Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Для защиты от укуса клещей весьма выгодно использовать циперметрин. Обычно концентрат циперметрина продается в магазинах для садоводов и используется для обработки территории от клещей. Для этого концентрат разводят с водой и опрыскивают территорию. В результате на 1-2 месяца создается свободная от опасных кровопийц зона. Как оказалось, рабочим раствором циперметрина можно пропитывать и одежду. Самое интересное, что об этой ценной возможности циперметрина указано в инструкции, но почему-то очень маленькими буквами. Прочитать эту инструкцию довольно сложно, даже с увеличительным стеклом. Я около 8 лет использую циперметрин для пропитки одежды и регулярно выбираюсь на рыбалку. За эти 8 лет меня не укусил ни один клещ. Однако за все эти годы использования циперметрина оказалось, что есть несколько важных нюансов, которые напрямую влияют на защиту от клещей. Сейчас как раз об этих нюансах и пойдет речь. Нюанс номер один. Дата изготовления и максимальное время сохранения рабочих свойств препарата. Кажется, что это мелочь, но на самом деле все серьезно. По истечении гарантийного времени эффективность циперметрина в деле защиты от клещей очень быстро уменьшается. Поэтому, покупая концентрат циперметрина, нужно выбирать самый свежий препарат из доступных в продаже. Обычно гарантийный срок действия концентрата циперметрина около 5 лет. В любом случае, чем свежее вы покупаете препарат, тем лучше. Нюанс номер два. В инструкции указано, что рабочим раствором циперметрина нужно пропитывать одежду, строго соблюдая пропорции с водой. К примеру, для защиты от эксодовых клещей используется 5 мл концентрата и 995 мл воды. Именно эксодовые клещи чаще всего переносят энцефалит. Однако тут есть один важный момент. Помимо эксодовых клещей, существуют еще и многочисленные луговые клещи. Так вот, эти луговые клещи более жизнестойкие, и для них указанная в инструкции концентрация циперметрина слишком мала. Однако, если внимательно посмотреть ту же инструкцию, то оказывается, что для обработки территории от эксодовых клещей используется точно такая же концентрация, как и для пропитки одежды. Следовательно, смотрим теперь, сколько нужно концентрата для обработки территории от луговых клещей. Оказывается, что для 988 мл воды нужно уже использовать 12 мл концентрата циперметрина. То есть луговые клещи требуют увеличения концентрации рабочего раствора почти в 2,5 раза больше, чем эксодовые клещи. К слову говоря, в моей местности наибольшую опасность стоят именно луговые клещи, которые переносят болезнь Лайма или боррелиоз. Сразу оговорюсь, что в инструкции нет прямых указаний о том, что концентрацию рабочего раствора для пропитки одежды от луговых клещей нужно делать чуть не в 2,5 раза выше. Все-таки акарицидные препараты довольно токсичные. Поэтому я ни в коем случае не призываю вас пропитывать одежду более концентрированным раствором циперметрина. Но сам лично, на свой страх и риск, поступаю именно так. Нюанс номер три. В инструкции указано, что пропитанная рабочим раствором циперметрина одежда сохраняет защиту от клещей 14 дней. Проведя опыты на клещах, я увидел, что все-таки надежную защиту одежда дает не более, чем на одну неделю после обработки. При этом хранить одежду нужно в плотном герметичном полиэтиленовом пакете, чтобы препарат не выветривался при хранении. В любом случае, попадание под дождь, действие пропитки тоже резко уменьшается. Поэтому после дождя я всегда провожу повторную пропитку одежды циперметрином. Нюанс номер 4. Внимание человека. Как бы хорошо ни пропитывалась одежда, а все равно нужно включать мозги и не ходить по высокой траве или через низкий кустарник. Вот клещ. Вот клещ. Вот он сидит на уровне.
А вот их сразу 4 штуки. Вот тоже какой уровень. Вот на этом уровне клещи сидят. То есть кажется, что они лезут только снизу, они могут атаковать с любого места. Вот, пожалуйста, опять средний уровень. Вот пояс. Поэтому надеяться нужно на себя тоже и очень внимательно смотреть. Вот обходить все высокие травинки. Обычно клещи в поиске жертвы располагаются на высоте до 1 метра. Однако не раз я замечал клещей и на уровне головы. Поэтому если клещ зацепился за голую кисть или за волосы, то избежать укуса будет весьма сложно. Видя высокую траву или кустарник, их лучше обходить по кругу. Пусть будет дольше путь, но зато безопаснее. Вот и все, что я хотел рассказать об особенностях использования циперметрина, предназначенного для пропитки одежды для клещей. До новых встреч, друзья!